Анонс и дата выхода второй серии пятого сезона сериала ИП Пирогова. Вторая серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 14 июня. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Вере предстоит принять участие в кулинарном шоу и сразиться с самыми профессиональными пекарями страны, чтобы претендовать на звание «Лучший кондитер России». В случае победы героиня получит 3 миллиона рублей и сможет выкупить собственное кафе, с которым пришлось расстаться из-за больших долгов. Кроме того, Пироговой предстоит окончательно разобраться в непростых отношениях с Андреем и решить, остается она с ним или окончательно расстается. Парень Юлии Кирилл вызывается помочь Пироговым вернуть их брендовую репутацию, но ошибается и запутывает все еще сильнее. Напомним, вторая серия сериала выйдет на Star.ru 14 июня. Если вам нравится сериал, ищите выходы новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!